Спасибо огромное. Мы благодарим всех за организацию чемпионата и надеемся, что хорошая организация поможет участникам продемонстрировать высокий уровень мастерства по гребле на байдарках и каноэ и добиться каждому из вас успехов. Дорогие друзья, слово предоставляется исполняющему обязанности примара муниципия Белс Шмульскому Геннадию Леонидовичу. Поприветствуем. Добрый день. Разрешите мне от имени примария муниципия Белс поприветствовать вас на открытии национального чемпионата по гребле на байдарках и каноэ. Вы видите, в каком состоянии сейчас находится эта база. Но у нас есть план до конца октября сделать проект по реконструкции всей этой зоны, для того, чтобы можно было здесь сделать очень хорошую тренировочную базу для всех наших спортсменов, чтобы они могли здесь тренироваться и показывать результаты. Вот, поэтому ждем от вас всех предложений по улучшению этой зоны. И хочу пожелать вам удачи в сегодняшних соревнованиях. Удачи вам. Спасибо огромное. Слово предоставляется президенту Национального олимпийского комитета Республики Молдова Журавскому Николаю. Поприветствуем. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемая федерация, уважаемые ребята, дорогие наши. Очень приятно, что мы на национальном чемпионате, более что после грандиозного события Олимпийских игр в Токио. Гребля на байдарках и каноэ – вид спорта с хорошими традициями в прошлом и сейчас в настоящем. Это благодаря тому, что у нас тренерские кадры, у нас руководство федерации на серьезном уровне, очень опытные люди, дальновидные. У нас непосредственно вы, спортсмены, не говоря уже о нашем призере Олимпийских игр, Сергей Тарновский, Олег Тарновский, многократный призер чемпионата Европы и мира, и международных соревнований. Я очень рад, что с приходом Сережи в сборную команду это явилось очень хорошим примером для молодого поколения, для того, чтобы все вы понимали и видели, как важно действительно быть членом сборной команды, участвовать в чемпионатах мира, Европы, не говоря уже Олимпийских игр. И очень рад, что за ними идут другие спортсмены, вот как Михай, Кихая, Колчак, не говоря уже о девчонках, те, которые седьмое место заняли на Олимпийских играх. То есть гребля на байдарках и каноэ имеет будущее, и очень хочется, чтобы у нас и материальная база немножко приобрела другой оттенок, другое лицо. Точно так же и по кадрам желаю, чтобы наши молодые ребята, которые на завершении уже карьеры, чтобы никогда не разочаровывались в этом виде спорта и пробовали, действительно пробовать и тренерскую, и педагогическую практику, потому что очень важно это, престижно быть тренером и участвовать, и представлять имидж страны. Поэтому, ребята, желаю вам удачи. И этот чемпионат, я уверен, что молодые вы, те, которые пробуете, и у вас есть хорошие как бы, намерения для развития вашего спортивной карьеры, это будет хорошее начало. Желаю удачи. И ближайшее будущее есть в международном программе, есть много соревнований чемпионат мира и по юношам, по молодежи, по взрослым, есть Olympics Hall, тоже хорошие соревнования. Желаю вам, чтобы вы выступили достойно и восполнили тот потенциал сборной команды для того, чтобы в дальнейшем, в следующий олимпийский цикл, вы смогли достойно выступить и поддержать или улучшить даже достижения нынешние. Дамчас Гон, помолчай.
огромное вам спасибо. Слово предоставляется вице-президенту Федерации Республики Молдова Кая Каноэ Рожно Влада. Дорогие участники, уважаемая администрация муниципия, президент Олимпийского комитета, дирекция школы, спасибо вам большое, что поддержали нас, что поддержали наши планы, что приняли участие в этих всех событиях, что стратегия и план развития федерации строятся таким образом, чтобы основой стали вот эти чемпионаты, на которые вам будет приятно, интересно приезжать, которые станут действительно незабываемым спортивным праздником, на котором вы сможете показать максимальные свои результаты, невзирая на капризы погоды. И хочется пожелать вам, чтобы добавился еще вот элемент фэйрплей, добавилось уважение друг к другу, добавилась поддержка, взаимовыручка, чтобы вы стали, несмотря на то, что вы сейчас в разной форме, в разных командах, чтобы вы стали действительно, как говорил Николай Афанасьевич, одной командой Республики Молдова, которая двигается к высоким спортивным достижениям, следом за своими лидерами, и чтобы вот эта бронзовая медаль Сергея на Олимпиаде недавней стала первым толчком вашей большой спортивной судьбы, каждого из вас, потому что вы сами видите, что не боги горшки обжигают, и нам удалось привести на эти соревнования всех наших лидеров, всех ребят, которые и в этом году показали замечательные результаты на международной арене. И вы, каждый из вас может быть на их месте и может стать таким же, как они. Я желаю вам максимально выложиться, максимально показать себя на этих соревнованиях, чтобы и вам было приятно, и чтобы нам было интересно смотреть. Успехов вам и высоких спортивных достижений. Абсолютно всем вам и спасибо огромное за организацию. Позвольте еще предоставить слово директору спортивной школы водных видов спорта муниципия Балтс Кайвас Октавиану. Комплименты на интересные вастры, как спортив, спортивные перспективы. Почему здесь автобус? Не падаем, я уверен, чтобы удалось много чес, которые мы активать. Și suntem bucuros să vă avem prezență astăzi aici, la campionatul care se desfășoară astăzi, s-a spus că cu acordul federației, cum zic eu, olimpic și nu în ultimul rând la primărie, municipiul Bălți. Deci pot să vă doresc. Mult succes și rezultate cele mai înalte decât le-ați avut în trecut. Succes! Mulțumesc! Просто события в честь национального чемпионата, а также двойное событие приветствовать здесь призера олимпийского, бронзового призера страны, потому как Тарновский Сергей – честь и гордость страны. Именно вам предоставляется эта честь для поднятия национального флага. Друзья, поприветствуем и поздравим этими аплодисментами нашу гордость страны. Ну что ж, мы желаем всем сил, мы желаем новых побед, мы желаем стремиться только вперед, пускай сопутствует вам самая легкая волна, прекрасная погода и воля к победе. С праздником! Ну что ж, национальный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых и мастерс объявляется открытым! Добрый час, дорогие спортсмены! Спасибо огромное всем! Thank you.
Нет? Нет. Снимал? Бля, хотел пару фотографий, чтобы... Сейчас была прямая трансляция этой матчи.